Легендарный паровоз прошлого столетия «Лебедянка» готов отправиться в путь. Он вышел на рельсы в составе уникального экскурсионного ретро-поезда, который доставит туристов из Самары в Жигулевск, где их будет ждать развлекательная программа. Проект посвящен 170-летию Самарской губернии и призван развивать внутренний туризм в регионе. Мы понимаем потенциал Самарской области, мы понимаем потенциал, какие красоты здесь. Сам город Самара, город Тольятти, Жигулевские горы, Волга. Мы видим это и, соответственно, приняли решение совсем недавно, 2-3 месяца, как приняли решение устроить жигулевский тур выходного дня или тур одного дня. Жигулевский экспресс. Хочу поблагодарить Кумскую железную дорогу за то, что такой поезд в новогодние каникулы у нас был организован, то, что наши жители имеют возможность разнообразить свой отдых. И не только в городе Самаре, но и со всей Самарской губернии. Хочу особо подчеркнуть, что здесь самарский туроператор организует всю эту поездку. Хочу сказать им также огромное спасибо. Впечатления замечательные. Надеюсь, что такие же впечатления останутся и у гостей этого поезда, у пассажиров этого поезда. Глава Самары Елена Лапушкина в числе первых гостей оценила антураж ретро-поезда. Здесь все стилизовано под начало прошлого столетия, а новогодние настроения создают тематические фотозоны и винтажные атрибуты. Яркий акцент в оформлении пространства СВ-вагонов – репродукции картин известного самарского художника Александра Баканова. Мы при запуске этого проекта действительно очень сильно переживали, как же будет сочетаться ретро-паровоз с фактически современными вагонами. Но было найдено, благодаря действительно целому профессиональному сообществу, очень важное решение, когда современные вагоны были стилизованы под старину. И сегодня мы фактически видим единый ансамбль, не боюсь этого сказать, настоящего полноценного ретро-поезда и, что главное, комфортного для самих гостей. Первыми на экскурсию по просторам Самарского края отправились 250 туристов, которые прибыли в регион на новогодние праздники. В планах у организаторов увеличить количество подобных экскурсионных туров до 10. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.